Татьяна, как на сегодня развитие портовой инфраструктуры влияет на развитие международной торговли Украины? Развитие портовой инфраструктуры напрямую влияет на развитие международной торговли. Это неразрывно связанные вещи. У нас у Украины очень богатый экспортный потенциал, но, к сожалению, у нас нехватка развития портовых мощностей, через которых, собственно, этот экспорт весь выходит. Что касается портовой инфраструктуры, 80% износа. Мы уже здесь сегодня говорили о привлечении инвестиций в портовую инфраструктуру, да, но механизма привлечения этих инвестиций на сегодняшний момент нет. Разрабатываются проекты законов, но они сейчас только в стадии обсуждений, и мы все, абсолютно все надеемся на то, что в скорейшем времени мы разработаем тот механизм, тот гарантированный механизм привлечения инвестиций в портовую инфраструктуру, который позволит очень быстро оперативно, собственно, реализовывать проекты, как концессионные, так и проекты по совместной деятельности, возможно, и так далее. Поэтому весь рынок сталкивается именно с одними и теми же барьерами. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо, и у нас Украина наконец-то станет морской державой в следующем году, как минимум. Спасибо.